Закупаешься голду через Telegram-боты? Ошибка. Не закупаешь голду у FlakeGold? Фатальная ошибка. Выгодно, быстро, а самое главное, честно и без обмана. Покупай только у FlakeGold. Это лучший вариант для тебя. Магазин имеет свыше 5000 отзывов и самый низкий курс, а именно 0,62. Выводы занимают не более 10 минут. Убедиться ты можешь, просмотрев отзывы. А также ты будешь общаться с реальным продавцом. Не забывай подписаться на их канал, ведь у них проходит конкурс на скины и голду. Ссылка на FlakeGold будет в описании. Нихуя ты жесткий, нихуя ты жесткий. Сюда цепляй зачем. Бля, слышу. Вообще по кайфу, блядь. Я не думал, то, что такие эмоции именно будут с iPad. Я тебе реально говорю. Нихуя ты крутишься. Ебаня, что ты такой жесткий? Позор. Ну тут что-то не регает тоже. Ой, ты слышишь? Что, блядь, ебать? Пиздец, чела жестко выебали. А, еще, блядь, я же в 5 пальцев играю. Типа. Ну, короче, я нарежу там хороший момент. Блядь, какая-то хуйня отсвечивает. Вот, нормально. Пиздец. Надо, короче, Ави брать и играть. О, вот этот именно скин охуенный прям, мне очень нравится. Как это бомж аккаунт, тут нет скинов. Нет, вот этот именно Ави, говорю. Ну все, вот это скинов. Вот. Нихуя пинг. Да, плюс 10 к удаче будет. Ебать, что он дает. Все, короче, last момент, sorry. Рек 5-6 минут почти рек длится уже. Охуенно. Блядь, нет. Блять, если бы не этот авик, у меня дохуя бы получилось. Каких-то ебанутых моментов. Надо тренироваться. Ты поебышь, не нравится? Ой, блядь. Ой, блядь, я другого убил. Блядь. Это пизда. Какой момент? Не, уже лучше, намного лучше. Но Илон уже привык к айпаду, больше не сможет играть с телефона. Как ты умудряешься, блядь, в ногу попадать челу? То есть. Жесткий и рисковый. Хэндкам Аргон Центр. Ебать, выебал. Это жестко. Нет. Ой. Они уходят. Хорош.
ебать. Самый жесткий чел с петуха просто в этом комьюнити. Да. Он просто не умирает. Ебать, Дигл вообще уебищно сделали прям.